После 5 дней трудных испытаний регионального этапа конкурса «Педагогический дебют 2019» наконец участникам предоставили возможность выдохнуть и получить заслуженные награды. На сцене Дворца творчества детей и молодежи дипломы и грамоты нашли своих героев. За 10 лет своего существования «Педагогический дебют» превратился в целое такое большое конкурсное движение, которым охвачены практически все молодые педагоги в области. Только за это время сначала на муниципальном уровне приняли участие более 3000 педагогов, потом на региональном уровне почти 300 человек, из которых 13 стали победителями всероссийского конкурса. Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» проходил с 11 по 15 ноября. Испытания проводились для повышения авторитета и престижа профессии педагога. В этом году мероприятие стартовало в юбилейный 10-й раз, поэтому не обошлось без новаций. Что касается новаций этого года, то, безусловно, мне бы хотелось отметить то, что впервые на региональном уровне, да и на всероссийском уровне введена такая номинация, как «Педагог-наставник». Казалось бы, конкурс «Педагогический дебют» и «Педагог-наставник», но это очень важно, актуально, потому что это созвучно с посылами президента Российской Федерации, губернатора Ульяновской области. Участие в областном этапе конкурса приняли 57 человек, которые добились результатов в муниципальном туре, а также чей опыт работы составляет менее 3 лет. Конкурс – это для меня новое испытание в моей жизни, которое мне очень понравилось. Я благодарна всем организаторам, участникам, которые вместе со мной прошли эту дорогу. Главные триумфаторы конкурса – учитель истории и обществознания Тимур Сорокин из Барышского района Старотимошкино, воспитатель детского сада «Жемчужинка» Анастасия Бояркина из Димитровграда, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи Елена Пеканова, учитель русского языка и литературы гимназии номер 33 Ирина Малышева, директор школы номер 27 Андрей Чичуков получили дипломы и денежную премию губернатора Ульяновской области в размере 50 тысяч рублей. Победители поедут защищать честь области на всероссийских соревнованиях по профмастерству. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.